дорога, Дима? Да, бомба, машина вообще даже не шелохнется. Не то, что там мы ехали, оп-оп-оп, одни верблюды, блядь. А это вообще, хоть скейт вытягивай, и прямо полетели. Это точно. Ну, такие, по таким дорогам машина даже ломаться не будет. Ну, так, один раз в жизни купил хорошую машину, и все, и на всю жизнь тебе ее хватит, если вот такие дороги везде будут. А если такие, как у то были, что у нас куда не приедет, гэп-гэп, то тягу оторвало, то жаровые бесконечно летят, то шрузы эти вечно хрустят, да, потом лопаются. А это он сел, поехал, и вообще красота. Русские дороги, друзья. Красота. Красивая, скажи, миленькая, я по этой грунтовке там выйду где-то. Где-то около заезда на Юрьевку. Ага. А тут дорога ужасная совсем, да? Спасибо, Бахталы. Так, друзья, этот участок дороги мы объезжаем по полям, потому что здесь еще дорогу не сделали. Дороги предыдущей страны. Это мы едем недалеко от Юрьевки. Да, только Юрьевку вот проехали и сразу. Но скоро здесь будут шикарные дороги. На горизонте Урзуф. Ну, машин не так много и людей, как я думал. Ну где тут зеленый магазинчик? Дима привез товар, и чуть позже мы прогуляемся по набережной. Все, разгрузили мы с Димой всю машину, весь товар на своем месте. Сегодня обязательно окунемся в Азовском море, может в Урзуфе, а может в Юрьевке, посмотрим. Сейчас, Игорь, пойдем туда по набережной, на центральный выход, посмотрим там. Ты же ни разу тут не был? Был один раз. А, ну пойдем туда прогуляемся. Да, в Урзуфе я был всего лишь один раз. За 40 лет. 41. 12 часов дня, люди идут с пляжа, очень жарко. Правильно, лучше купаться в первой половине дня и вечерком. В полдень здесь просто жесть. Все, друзья. Подработали грузчиками, но нас отблагодарили хорошо. Штуку сверху дали. Да. Штуку сверху дали, да. Сейчас заедем, блядь, на чебуреков ебанем. Помидоров. И покушаем. Да, да. Помидоров дали нам, водички дали. Ну, людей немало, в принципе. Не, Игорь, для Урзуфа это очень мало людей. Мы сейчас выйдем на пляж, глядя, что там на пляж. Ну и вообще туда лучше бы приехать вечером. Посмотреть, угу. Как тут. Это же сейчас все на пляже, все по хаткам, а вечером они все туда повылазят. Игорь, тут цены, конечно, чебурек. Угу. 150 рублей. 10 – это 1500. Чебурек 150 рублей. Кстати, друзья, приветствуем. Да, всем привет, дорогие друзья. Счастья, крепкого здоровья. Мы приехали с Димой в Урзуф поглазеть. Да, что тут, чего тут? Да. Как здесь люди отдыхают. На цены и так далее. Нет, купаться поедем в Юрьевку. Тут это то, что там на пляже сейчас там вообще. Хорошо. В Мариуполе чебуреки по 50 рублей. Здесь по 150. Да. Курица-гриль 1100 рублей. Что-то вообще цена, да, все. Да. Цены на все чокнутые. Интересно, какие цены в Крыму? Да в Крыму, наверное, все намного дешевле. Вот где надо было казанское слово вставить. А вот и море Азовское. Красота. Ничего себе народу. Пока веру, завтра будет.
Куда Дима пропал? Твой мангал. Где? Вот. А, вот это. Это твой. Да, это я в нем юристки работал. Друзья. Мангал Демьяна, вот так вот. Это моя работа. Вот она топка второго мангала. Это все Димина работа, друзья. Да, засрали. Мангал очень сильно. Вот грязный, я делаю, пыльный. Вот там Баба-Яга с Кощей Бессмертным сидит внутри. Ух ты. И буква Z на дверце. Дима как знал, что а ли? А что они неправильно поставили? Это же топка с другого мангала. Вот та топка должна тут стоять. Итак, друзья, пляжи в Урзуфе битком. Людей хватает. Ну а покупаться мы поедем в Дюрьевку. Взяли по шаурме с Димой, по тархуну. Вот так вот выглядит шаурма. 400 рублей с добавками. Грибы, больше сыра, да. И помидоры. Очень вкусная шаурма. Повар шикарный. Спасибо большое. И вам спасибо. Вкусная шаурма находится около рынка, друзья. Жарковато, надо ехать купаться в Юрьевку. Сейчас бы тот арбузик взял, ножик у меня есть там. Вот мы и приехали, друзья, на пляж в Юрьевку. Обалденный вид. Вода здесь чудесная. Чистейшая вода. Глянь, красота какая. Немного людей. То, что надо, друзья, для отдыха. Водица здесь сказочная. Пойдем, пойдем. Вода обалденная, друзья. Супер просто. Классно здесь, да. Так и хочется снять трусы и пойти покупаться. Вода бомба, Игорь. Все, иду. И песок классный вообще. Супер. Ни муляки, ничего нет. Арбузы купили просто. Друзья, водица супер, очень классно здесь. Вот это отдых, я понимаю. В Урзуфе просто жесть, столько народу и очень дорого. Суточная аренда жилья в Урзуфе 1000 рублей на человека. Мы так прикинули с Димой, вот вдвоем поехать отдохнуть в сутки минимум надо 10 тысяч. Ну, приблизительно, да. Ну, 8-10 тысяч. Плюс-минус там. 8-10 тысяч на двоих в Урзуфе. В сутки. Это так, чтобы себе не отказывать в еде. Чтобы покушать можно было и на пляже, и позавтракать, и поужинать. В общем... И вечером на дискотеку сходить, где-то в баре посидеть. Шашлык 250 рублей. 100 грамм. 100 грамм. Это 2500 килограмм. Да, недешево, друзья. Тут Юрик и вообще класс. Снимай трусы, иди купайся. Надо. Да. Если в эту сторону идти по пляжу, то можно прийти в Новую Ялту, затем в Старую Ялту. Вот это все Белосарайская коса выходит в море. Где-то там край этой косы. За ней в ту сторону идет дальше Милекино, Комсомольский пляж и уже там Мариуполь за Комсомольским пляжем.
Дима пошел спрашивать, где чебуреки продаются. Ну что? Девчонки офигенные, вот такие вообще классные. Че ты меня не предупредил? Я бы с тобой пошел с камерой. Девчата просто, Игорь, если мы не уезжали, я тебе выпить сейчас бы зацепил. Все, мужики, давай. Вообще девки классные, вообще такие просто. Так чебуреки продают они или нет? Она сразу поняла, тут чебуреков нет, тут только вишенки. Ничего себе, вишенки. Фух. Итак, друзья, сегодня мы с Димой прокатились в Рзув, в Юрьевку, шикарно отдохнули, провели время чудесно, вкусно покушали, покупались и возвращаемся в Мариуполь. Всем мира и добра, друзья! Счастья и крепкого здоровья! Пока! Пока.